Друзья, всех приветствую! Сегодня я представляю вам Kia Rio X-Line. Стоимость начинается с отметки 854 тысячи рублей, заканчивается на отметке где-то 1 190 000 со всеми допами и опциями. Подробно информацию по стоимости на этот автомобиль вы можете уточнить в салоне Диалог Авто. Вся подробная информация в ссылке в описании к видео. В этом обзоре мы детально рассмотрим экстерьер и интерьер данного автомобиля. Да, это не рестайлинговая модель, но пока есть, представлю это. Такие ключи у нас наикрутейшие. Вот так закрывается автомобиль. Так открывается, установлена сигналка Шерхан с автозапуском, все дела. Так что будет удобно. Соответственно, зимой всегда в прогретый автомобиль будете садиться, и летом в охлажденный кондиционером. Такая красотища. Все, что нужно знать, на минималке 1.4 100 лошадок, на максималке 1.6 23. Механика и автомат, 6-диапазонный. Вот и все. Ну, в общем, исполнение достаточно хорошее. Бесключевой доступ здесь имеется. Так закрываете автомобиль, так, соответственно, открываете. Такие хром-ручки тоже солидные. Это, как бы, знаете, не до кроссовер и не до внедорожник. Просто пластиковый обвес. Это такой хэтч, даже не универсал. В общем, компактный автомобиль, который пользуется диким спросом на рынке. Поэтому, собственно говоря, и менеджеры подсуетились из Kia, Hyundai и сделали вот такой Rio X-Line. Потому что клиенты, наверное, 100% завалили отзывами о том, что, ребята, мы хотим что-то повыше, пластиковую лабуду, и чтобы ехало получше. Желательно полный привод, но здесь немножко мы обламываемся вот с полным приводом. Все, больше ничего они вам не предоставили. Ну и, соответственно, немножко увеличили стоимость. Она на автомате. Богатой комплектации. Я думаю, что 1.6 123 кобылы здесь. Хорошо тянет. В городе достаточно. Ну и, собственно говоря, на трассе вы тоже там можете лихого парня активировать без подписки, вообще без проблем. Подтвердить нажимаем. Вот такой экран. Возможен гололед. Будьте осторожны. Окей. По-моему, это очевидно. Так. Здесь у нас что активировалось? Климат-контроль, да. Не пугайтесь, АБС, трекшн, вот все горит, чек тоже. Сейчас, скорее всего, просто не сняли с транспортного режима автомобиля. Абсолютно новый, это в ближайшее время осуществится. Подогревы, есть ли они здесь? Да, даже подогрев руля включаем. Такая эко-кожа, вот которая сотрется на пробеге под 100 тысяч. Я уверен, что она свой презентабельный вид, это как минимум, потеряет. Вот прямо сейчас мне в глаз солнце светит идеально. Ничего не видно, друзья. Я надеюсь, что вам все видно. Белая подсветка, красные стрелки, мультируль, притом достаточно солидный. Активация для круиз-контроля. Проверьте Tire Pressure Monitoring System, то есть давление датчик показывает. Соответственно, данные различные вам тут предоставляются. Дверь, освещение, функции комфорта, интервал обслуживания, доп. Функции, настройки по умолчанию. Вот, все здесь завязано. Голосовые команды, управление для аудиосистемы, Bluetooth, кнопки принятия и отмена вызова для телефона. Вот такой руль классный у нас. Механические регулировки по высоте и по вылету. Ну, правда, на переднем приводе не пытайтесь, пожалуйста, дрифтовать. Это, как минимум, нелепо и смешно выглядит. Не забывайте подписываться на канал, будет еще очень много интересных и познавательных видео. Здесь регулирование для яркости подсветки приборов. Вот так можете все выставлять, играть с этим делом. Какую-то накопительную систему, даже скидку получить, я уверен, что максимально можно выставить и точно что-то увидеть там, какую-то нирвану. Лицезреть здесь вот этот датчик и завязан. На самом деле это не датчик, вот почитайте в мануале. Здесь у нас ESP и Traction. И давайте откроем заодно капот, фьюзбокс ОБД. Здесь регулируемые зеркала, центральный замок. Со стороны водителя автоматически стекло опускается вниз и поднимается.
таким образом остальные нужно удерживать. Вот из такой глянцевый пластик рояльный лак идет, дубовые материалы отделки, и что не очень нравится, вот то, что глянца очень много под SD-карту. Пожалуйста, здесь вам и радио без проблем можно послушать, и медиа, seek and shock buttons, карта SD, сейчас, ну, вставите, и будет вам навигация, все дела, и, соответственно, настройки, при том, все в перчатках, видите, работает клавиатура, заставка, расширенные настройки, язык, Wi-Fi может раздавать, дата, время, подключение телефона, навигация, звук, Bluetooth, ну, в общем, как положено в любом хорошем автомобиле, который имеет тачскрин и у которого есть максимум настроек. Кнопка старт-стоп, однозонный климат-контроль, регулировка для температуры, автоматический режим, вот видите, рециркуляция тоже выставилась сразу, электрообогрев обоего стекла, различные зоны, здесь, думаю, с этим все разобраться не составит труда, регулировка для потока воздуха, можно конди активировать, все, вот такая консоль, передний обдув, задний обогрев стекла, AUX USB, две розетки, вещевой бокс, пожалуйста, подогревы, шестидиапазонный автомат, shift-off release, и опять глянец, а вот они прям любят этот глянец, нереально. Камеры заднего вида, ну, так себе, конечно, зато линии направляющие есть по парковке. В целях безопасности следите за препятствиями и за другими водителями, это точно. Еще зачем-то следить нас заставляют. Прям шпион, агент 007 в этой тачке, плюс-минус ручное переключение. Ну, вот, конечно, где-то 0,3 мегапикселя, вот Sony Ericsson Walkman, что-то из этой серии. Здесь у нас ручник такой, пожалуйста, вещевой бокс, два подстаканника, кстати, все вот так регулируется, довольно вместительный бокс, но ни розетки, ни USB дополнительного, ничего здесь нет. Салонное зеркало заднего вида без автозатемнения, Шерхан, соответственно, охранный комплекс здесь установлен. Подсветка вот такая, SOS-система AirGlonass, вот микрофон для hands-free. В остальном все дубовенько так, на своих местах, зато богатая, щедрая азиатская комплектация. А что вы еще ждали? Датчик света, датчик дождя, безусловно, дальность фар давайте активируем. И наш любимый гирляндовый момент, вот, пожалуйста. Руль, кстати, по всему ободу греется, даже вот здесь. Классно, классно, прям теплые опции греют не только душу, но и пятую точку, друзья. Вот этот главный слоган должен быть, наверное. Открыл я уже второй раз, дергаю. Видимо, с памятью у меня с утра что-то не лады какие-то. Ну, немного, конечно, под перфорацию здесь вставки, якобы. Мясистость профиля вас порадует. Притом двойная строчка идет. По высоте регулируется спинка в продольном направлении. Притом диапазон очень широкий. Вот такой у вас педальный узел. Рекомендации по давлению в шинах. Пожалуйста, можно 15-й ставить. 175 на 65-м профиле, ничего себе. И 16-й, 195 на 60-м. Запаска 15-й, 125 на 80 временного пользования вам предлагается. ЛКП уже допилили, достаточно крепко в этом автомобиле. Установлены, кстати, тоже рейлинги. Подгонка по деталям вас тоже порадует. Вот этот элемент, зачем он? Вот такая пипка здесь. Но почему-то якобы продолжение, вот, скажем, логическое и скульптурное продолжение вот здесь налепили. А вообще-то, да, смотрится классно. Зря я так придираюсь сильно к этому авто. Строчка везде аккуратная, ровная. Давайте посмотрим, что у нас под капотом. 1.6-123. Диодный указатель для поворота. Обзорность в этом авто хорошая. Полированный такой алюминий. Диски красивые. Опять-таки на вкус и цвет. 195 на 60 профиле. 16-е производительная тормозная система. Светодиодные длинные ходовые огни. Галоген. Линзы стоят. И даже линзы в туманках. Где вы такое видели? Немножко серебрянкой покрыли. Ну, якобы такая кроссоверность. Хром. Опять-таки вот те элементы очень интересные. Вообще вкрапления такие. И проушина для буксировки. Вот. Все замерзло. Пленка стоит, как вы видите, да? Защитная. Предусмотрительно, предусмотрительно. Вот такая здесь кочерга. Двигатель еле слышно. Прекрасно работает. Ничего лишнего, обычная атмосфера, 16-клапанная тема. Dual overhead cam. Два распредвала. С навесным особо проблем испытывать вы не будете. Я в этом уверен. Все достаточно компактно здесь. Пуск-выпуск, лямбда, кислородный тепловой экран. Там, видимо, стальная защита картера. Ну, может, со временем поменяете катушки, какие-то где-нибудь прокладки. Свечи, да и все, пожалуй. На 92-м он спокойно катает, но я бы лучше заливал 95-й, потому что на экономичность это как минимум, и вы отдачу получаете побольше. Тормозная жидкость здесь. Все датчики аккуратно причесаны. Bosch, надпись тоже
вдохновляет короб для воздушного фильтра, достаточно маленький, 60 ампер часов, почему-то не полностью прикрывает, вот такая вам ручка здесь, обычно они вот так полностью закрывают, но тут не прикрыто. Да, вот здесь плюс тоже защелкнули. Fusebox Relay здесь, чтобы поменять лампочки, тоже доступ в принципе легкий, не трудно все сделать. Радиатор, ну и вот здесь Карлсон, вот и все, что предлагается в подкапотном пространстве для любителя корейских автомобилей. Вот такая шумка, но уплотнительная резинки нет. Здесь клипсы везде наш шлепали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 клипс. Не пожалели, а? Видимо, чтобы все-таки она держалась, а потом спустя время вот так не разболтыхалась она. И не потеряла товарный вид. Это как минимум. Да. Здорово. Конечно, они это все сделали. Теперь предлагаю рассмотреть немножко переднюю подвеску столь прекрасного корейского автомобиля. Двигатель действительно еле-еле слышно в этом авто. Не может не радовать. Вот заметили, да, галоген топит, топит, как прям печь дровяная, нормальная такая. А? Как хорошо растопил это дело. Вот такие дела. Все. Дело пошло. Растопились наши фары. А вот холодный свет диодных дневных ходовых огней, к сожалению, с этим не справляется. Здесь вставки тоже все очень аккуратно, и при этом подгонка по навесному оборудованию, минимальные зазоры, что вас действительно должно порадовать в этом автомобиле. Здесь тоже бесключевой доступ. По высоте не регулируется эта тема. Бардачок достаточно вместительный и огромная книженция руководства по эксплуатации Rio и Rio X-Line. Потому что унифицированные модели, все то же самое. Ох, как все классно, а? Можно почитать, прям зачитываться перед сном. В умилении столь прекрасное руководство вам предоставляется. Ну, неплохо, неплохо. Здесь чисто, аккуратно, все проработано. Даже вот чисто с точки зрения потребительских качеств все помыть легко. В общем, хозяйственная тачка, это точно. Динамики аудиосистемы вот здесь у вас. Богато, солидно, но не вычурно, как это обычно бывает. Такой кричащий азиатский шик, здесь его нет. Просто все утонченно, солидно. Давайте рассмотрим нижнюю часть автомобиля. Друзья, не забывайте подписываться на канал. Будет еще очень много интересных и познавательных видео. 195 на 60-м профиле, 16 еще раз. Сзади дисковые тормозные механизмы установлены. Меня радует компактность этого автомобиля. Вас он тоже порадует. Во-первых, он юркий, маневренный. Как-то куда-то припарковать не составит труда для вас. Подогрев сидений 205 для второго ряда сидений. Там такая же тема, к сожалению, центрального подлокотника нет. 60-40 все складывается, и софикс. Крепление для детских удерживающих кресел якорного типа. Вот такой интерьер южнокорейский. Интересный. Здесь должна быть, да, вот подсветка, плафон освещения. Обзорность назад достаточно хорошая. Вот такое наполнение имеет задние фонари, надпись X-Line. Подсветка номерного знака, камера заднего вида. Вот такая пипка вам торчащая. Так. А как он открывается? Скорее всего у нас... Да. Нет. Только ключом бензобака, потом пластиковая. Крышка здесь, держатель для крышки. И как же тогда он открывается? Магической фразой? Или нет? Ага, все. Наконец-то я его открыл. Вот крышка высоко поднимается. Ну, среднестатистический для такого класса автомобилей багажник здесь. Rio коврик. И здесь у нас находится запаска, домкрат, инструменты, поролончик и немножко шумочки вам добавлено. Подсветка. Все. Полка. Доступ к замку и одна удобная ручка справа, чтобы закрыть эту прекрасную крышку багажника. Зато раздвоенный выхлоп, как на Мазерати. А? Это у вас Мазерати получается. Задние датчики парковки. Эта часть тоже будет с подсветкой. Прям как на последних моделях Audi. Пожалуйста. Декоративный спойлер, стоп-сигнал и вот такая антенна аудиосистемы.
Это как бы оленей рог получается, а не в виде акулевого плавника. Вот такая тема тоже здесь есть. Автомобиль подмерз, прям видно внутри и снаружи. Сейчас я продемонстрирую вам заднюю подвеску этого Rio X-Line 2020 года. Автомобиль по большей части, наверное, состоит из неких нюансов, которые в дальнейшем вы познаете и удивитесь продуманности этих элементов. Как открываются двери, закрываются, даже усилия классные. Ну, допустим, если сравнивать уже в бюджетном классе с Рапидом и с Поликом, там немножко покачественнее, вы комфорта получите, ну, на процентов, наверное, 10-15 побольше, нежели чем с этим автомобилем. Здесь так сдоблено все в хром, аккуратно. Вот где-то, наверное, в этих пределах все колеблется. Опачки! Так, мы присели с вами. Как звучит силовой агрегат? Немножко давайте прогазуем. Буквально до 3000. Вот так, все классно. Руль греет. Прям вообще термоядерный подогрев. Однозонный климат-контроль. Здесь я вам все показывал уже. В общем, мне автомобиль понравился. По 10-бальной шкале можно спокойно заряжать 9,5 баллов. Учитывая, конечно, предназначение, если вы сильно не будете какие-то ожидания прям строить, как пирамиду на этот автомобиль, все совпало. Вот в этой тачке действительно все совпало. Все четко, понятно, он достаточно надежный. Та же самая гарантия будет вас греть, и засыпать вы будете гораздо быстрее. 5 лет или 150 тысяч километров пробега дадут вам, наверное, сон как у младенца. Хотя, учитывая, что младенец просыпается 2-3, а то и 4-5 раз за ночь и просит то покушать, то что-то еще его беспокоит, то зубки режутся, то обделался. Я даже не знаю, правильно вы меня понимаете или нет. В остальном автомобиль действительно достойный. Вот уровень Kia сейчас как нельзя лучше показывает, насколько серьезно эти ребята относятся к своему бренду и конкурентную среду поддерживают прям на очень высокой планке. И ты понимаешь, что Kia это очень достойный автомобиль. Но подогрев сидений как-то работает. Возможно, он работает, когда я только присяду от веса. Ну-ка, сейчас я... А нет, вообще-то греет, но как-то слабо. На второй ступеньке слабо греет. Вот руль греет вообще прям термоядерно. А сидушки как-то вот... Я сижу, конечно, в пуховике, да, в данном случае. Но как-то греет у меня слабо, честно. Вот эта часть не греется вообще. Начинает греть вот отсюда где-то идет. И немножко там спинка где-то в некоторых местах. Но я еще не согрелся до, так скажем... Душевная беседа, это точно. Почему так, непонятно. Здесь вот эта красная тема немножко иногда рябит, может кого-то раздражать. Давайте еще раз запуск попробуем. Кстати, может, исчезнет эта гирлянда по чеку.